Бетонная конструкция возле канала Октябрьской революции демонтирована. Отметим, что возводимый объект накануне вызвало массу недовольства среди местных жителей, которые решили, что на месте строится автомойка. На факт незаконной заливки фундамента сразу же отреагировала мэрия Махачкалы. Выяснилось, что местный житель, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны специалистов отдела по вопросам координации капитального строительства, произвел противоправные действия. По словам мужчины, конструкция предназначалась для мытья ковров. В отношении владельца будут применены меры административного реагирования.